18 марта 2018 выборы президента Российской Федерации. В Монинской школе номер 1 имени Фалалеева располагается сразу 3 избирательных участка. Мы находимся на участке номер 3460, открытие которого состоялось по правилам 8 утра без нарушений. С этого времени люди спешат выразить свою позицию, исполнить свой гражданский долг. Сегодня в 7 часов вся участковая комиссия собралась уже на рабочем месте. Были проведены подготовительные работы. Вчера мы готовили участок. Сегодня в 8 утра начали работу. Все бюллетени у нас розданы для специалистов, кто выдает бюллетени. Также у нас все готово для голосования. Кабинки, опечатаны урны. Пришли наблюдатели, 4 человека. Все спокойно на участке. Я пришла с семьей, привела дочку и внука. Наверное, это очень ответственный день. Мы хотим проголосовать. Даже внука, я говорю, я привела, чтобы он привыкал ходить на выборы с детства, чтобы отдавал свой голос. Сегодня замечательный, с утра солнечный, способствует тому, чтобы выйти на улицу с хорошим настроением, прогуляться, прийти на выборы, проголосовать. И, конечно, проголосовать за будущее нашей страны. Также жители могут оставить свое мнение, каким будет благоустройство набережной вдоль улицы Шмидта. Для этого здесь установлены специальные пункты. Не все равно. Мне хочется, чтобы лучше был и город, и район, и наш поселок, ну и Щелково, конечно.